Друзья, всем привет! Это Mi Band 6, и в этом видео я покажу, как правильно достать капсулу из ремешка, чтобы не растянуть ремешок для замены на другой ремешок. Я думаю, это полезная инструкция, потому что не все знают, что капсулу нужно достать правильно, иначе можно растянуть оригинальный силиконовый ремешок. Самый простой способ. Беру, толкаю капсулу вниз и поднимаю вверх, вот таким вот образом. Давайте еще один раз продемонстрирую поближе. Вот таким вот образом. Все. Все, когда достал капсулу из ремешка, для подключения в новый ремешок, вот эта вот часть, это вверх, имейте в виду. Все, теперь вставляю под углом и заправляю. Все. Кстати, вот такие вот замечательные силиконовые ремешки по $1 можно купить на AliExpress. Ссылки на продавца оставлю в описании под видео.